Всем привет! В своем прошлом видео, вот в этом видео, можете его посмотреть, я рассказал о том, как удобно использовать стакан для сверления потолка и аналогичных поверхностей. Но тот же самый стакан мы можем использовать и при покраске. Берем кисть, вставляем ее в этот стакан. Вот, у нас получилось прекрасное средство для защиты от капель. Они больше не будут попадать вам на голову, на лицо, затекать в руках. Вот, очень удобное приспособление. Если стакан слишком высокий, то его можно укоротить элементарным способом. Берем простые ножницы и срезаем на нужную высоту, которая зависит, естественно, от длины кисти. Для этой кисти мне подойдет такой стакан. Можно еще немного подрезать лепестки, чтобы стакан не болтался. Вот. Но в принципе уже, конечно, капать будет меньше. Таким образом очень удобно красить поверхности над головой. Вот. Все, всем привет, подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания.